Да, даже Питер. Я вот не знаю, как, что ты. Ну, тебе может понравиться, особенно из-за воды. Там очень много воды, очень много каналов. И морской тематики вот этой всей. И воздух другой там, да. Там влажный воздух очень. Ну и вообще дышаться там должно быть. Угу. Да, но при этом он не соленый. Да, то есть там, там же, ну, как она, не соленая вода. Там не как в Крыму, на юге. Там же рядом залив. Ну да. Он не соленый, ну, в смысле, не настолько, как там какое-нибудь Черное море. Поэтому там такой соли не слышится, не ощущается. Вот, но там и прохлада такая, ветерок. Здесь прям такое пекло. Не, спасибо. Ну. Вот, это все раньше было автомобильные дороги. Их вот сделали. При реконструкции, да, сделали пешеходными. Да, я вот в Минске вчера был, тоже там. Очень, я тебе видео покажу, очень крутая пешеходная улица. Она напоминает. Должно быть что-то приятное прогуляться. Там уже вот на Ленина, знаете, мы просили там на том два. Видно, что там просто сидят, торгуют, лавки. Просто вот закройте автомобильный там трафик. Ну да. Хотя бы на выходные, по-моему, должны закрывать. Согласен. Все 100%. Вообще, чем меньше машин, тем приятнее город. Вот ничего можно не делать, просто убрать машины, и люди сами выйдут гулять по городу. Потому что когда шумно, не хочется. Хочется посидеть где-то или там дома. Это вот проводили эксперименты там в Боготе, столице Колумбии. Просто убирали машины и делали дни прогулок на велосипеде. Люди очень быстро перешли на велосипеды, ну и он стал такой велосипедной столицей Латинской Америки. Что же там население у нас, да? Ну, точно не знаю, но поди миллион есть. На этом месте находился печатный двор. Иван Федоров напечатал первую русскую книгу. 1564 год. Да, да, реставрация, при этом часть. Мне кажется, они просто не добрались до сюда, при этом не хотят закрывать заведение. Поэтому оставили так. Реставрируют где-нибудь там. Или вообще, типа, долго строить, типа, долго реставрировать. Что там? Солнечные часы? Где видишь? А, да-да-да. Интересно. Но это же дореволюционное здание, просто там
в конечном итоге добавили. Налепили. Налепили, да. Сбили какой-нибудь герб фамильный. Так часто делают. Но здесь так аккуратно, в принципе, сделали. Прикольно. Я что-то подобное в Оренбурге видел. Тоже дореволюционный дом, прям видно. И серп и молот. Ну. Ну да, такой подход тоже мне не нравится, когда перечеркивают историю предыдущую и начинают с нуля. Но все равно, ну, учиться там на своих ошибках. Ну, как на Украине сейчас, в принципе, тоже советское все сносит. Ты поесть прям хочешь, да? Пойдем еще чуть дальше. Сразу можно взять машину. На этой улице тоже не было, да? На этой улице? Ну я постоянно, когда приезжаю, гуляю по ней. Здравствуйте, семья! У меня для вас искусственная еда из этого цвета. Здравствуйте, семья. Как мило. Слева сейчас будет красота. Да. Пойдем налево? Ну, глянем просто. Выйти можно. Мы сейчас просто меня вот так вот заснять, и можно уже направо. В принципе, Арбат по такой же схеме выглядит. Ну, Арбат, он такой устаревший там. Это же первая пешеходная улица вообще. Да, да. Ну, не польскую, ну вот, в 90-х она еще была такая. Да, да. Да, даже 2000-е, мне кажется.